Друзья, всем привет! Я всех приветствую на своем канале. Моя песня «Горбушка хлеба» опять прозвучала на радио «Шансон». Это, конечно, радует. Вот, сейчас мы это все посмотрим и немножко послушаем песенку. Не успеваю все отследить, поэтому иногда приходится... А вот, кстати, и «Душа в стакане». Короче, две песни звучало моих. Не успеваю отследить весь материал, который... который в интернете появляется. Так, «Горбушка хлеба». Но это радует. Две песенки прозвучало в один день. Вот он, клип мой. Тело в синяках, раны кровоточат, и залатана душа, а я кричу, что есть мочи. Я мужик, и этим сказано все. Точку жирную поставил, и есть мужское плечо. И слово, которое много значит. Хлеба горбушка, а птица мякоть. Жизнь научила мужчин не плакать. И тех, кто в неволе, и тех, кто на воле. Мы смотрим в глаза смерти и доли. Себе горбушку, а детям мякоть. Я научу тебя, мальчик, не плакать, ни шагу назад. Кулаки сожми крепко, я знаю, как больно. Судьба бьет метко. Друзья, у всех есть шанс стать знаменитым. Для этого я помогаю начинающим певцам, певицам и музыкальным коллективам. Создание имиджа, написание песен, аранжировки, клипы. Конечно же, выпуск сольных альбомов, гастроли и самое главное, получение прибыли с гастрольных туров и авторские отчисления. Обращайтесь в мой музыкальный центр. С вами певец и продюсер Эльдар Артист.